значение имени Будислава. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Это имя наделяет упорством и реалистичными планами, поэтому часто мечты такого человека сбываются. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. У обладателя имени существует только одна основная жизненная цель. В этом случае служение окружающим, однако здесь речь идет не о материальной помощи или, например, о медицине, а о привнесении в жизнь других людей радости, оптимизма, надежды и гармонии. Бывает, что обладатели буквы «В» в этом имени являются романтическими натурами, они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Может быть и великодушным, сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Звук «С» в имени также свидетельствует о неравновешенности, частой смене настроений, капризности, чрезмерной требовательности к себе и окружающим. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.